Доброй ночи, друзья. Цыпляток стало чуточку меньше. И они все, помните, я вам рассказывал, что они все под курочку не уместятся. А будут сидеть вот такой большой лепешкой возле нее все. Так и есть. Вот так расселись. Типа под курочкой, а типа и нет. Ну, нормально. Ну, вот такие вот дела. Курочка молодец, их нянчит. Я вам говорил, что я уберу вот эту пеленочку. Так ее и не убрал. Наверное, это сделаю завтра. Уберу, позаметаю тут все. И подстелю скошенного сена, свеженького, зелененького. И пусть сидят на нем. Тут я пока сходил, знаете, прям за секунду произошло. Я почистил у всех свинюшек, только что поубирал. И пошел, взял же ведро, я ношу ведром навоз туда вниз, на ту кучу, там где косил, там где поубирали с огорода, вот тут целая куча циклохенов, там снизу возле картошки. Возвращаюсь, а тут внутри гуси заперлись за секунду. Надо было их давно закрыть, а я не закрыл. Разлили мне пол ведра воды, короче, бардака мне тут устроили. Вот так. Только что увиделся, да, вот так прям среди ночи с друзьями. Очень было приятно. Посидели полчаса, пообщались. Ну, вот такие дела. Они уехали, и я пришел, думаю, вам засниму небольшой ролик. Цыпляточек. Сейчас пойду цыпленочка вот тех двух заберу с инкубатора. Ну, и принесу сюда. И сейчас подоливаю до утра, чтобы была водичка. Потому что и тут почти закончилось. И тут выпили. Оставил лампочку. Вроде не клюются. Но сейчас, как буду выключать свет, выключу. Думаю, они нагрелись. Это я включил, потому что туда-сюда бегаю на улице. А когда дверь будет закрыта, тут будет потеплее. Я уже всех покормил. Друзья заходили сюда. Посмотрели на свинюшек, пообнимались, пофотографировали. Сказали, так прикольно, типа, мы их видим всех в видео, а тут вживую увидеть. На самом деле так и есть. И они говорят, что в видео они выглядят меньше. На самом деле, типа, они крупнее. Возможно, и это так и есть, потому что, ну, я вот смотрю, как и в видео, как бы, и мне это привычно, потому что я их вижу и вживую, и вот прям тут в камере, поэтому мне кажется, что оно все так и должно быть. А те, кто их не видел вживую, вот, эти гуси мне разлили, выкупались за секунду в этой воде, короче, справились. Я ходил выносить навоз и нарвал вот этим малышам своим травы. Сейчас им порежу. Вот так. У цыпляточек водичка стоит. У этих. Вот так. Водичка стоит. У цыпляточек стоит перепелком. Сейчас налью. И знаете, вот так каждый раз. Как перевернут банку. Так кто-то в нее и залазит. В скафандре как будто сидит. Вот так, вычистил тут у них лоток сегодня. Ну, понемножечку работаем. Хотя и, я вам серьезно говорю, сегодня я капитально отдохнул. Я не помню, чтобы у меня был такой пустой день. Это, знаете, он настолько пустой, что это даже несравнимо с тем, когда мы, например, ну, едем в Полтаву, Артемку везем к врачу, ну, на прием. Это совсем не то, потому что, ну, в дороге как бы тоже можно устать. А тут, серьезно, вот сегодня... Да и вообще не помню, когда такое было. Абсолютно ничего не делали. Я как новая копейка. Отдохнувший. Гусятки. Что я снимаю навоз? Идите в кадр. Иди в кадр. Иди, маленький. Кыш-кыш. Кыш, уточка. Иди в кадр. Оп. Thank you.
так смешно. Зашли в сарай. Поросенок, поросят фотографировали. Мне как-то необычно. Хотя, если так подумать, у меня весь телефон забит этими поросятами, утятами, всей этой съемкой ежедневной. А тут людям было реально приятно посмотреть. Вот так. Все, это хватит ему, гусеночку, на весь день. Вот так. Иди, кушай. Ой-ой. Так, слепой утеночек, ты травку будешь кушать? Нет? Мне так интересно, он такой смешной. А ну, будешь кушать? Нет? Мне нужно надробить еще и свиньям завтра. Потому что у меня кустаря уже тут бочка. Скорее всего, слепой утенок ничего не видит. Так поздно я давно не управлялся. Уже почти час ночи. Не ори. Чё ты орёшь? Тебя шо? Знаете, мне написали, написал там один человек, что я что миллионер, а что я даю витамины постоянно, типа нужно птичку выносить на улицу. Ну, знаете, витамин стоит 11 гривен или 12 за 10 миллилитров. А 10 миллилитров, если пропойка такая обычная, как бы, чтобы дать витамина, то 0,5 миллилитра на литр воды. Ну и вот считайте, сколько стоит витамин на 1 литр. Как бы 11 гривен на 20 литров, ну это 50 копеек стоит на литр. Ну, не думаю, что нужно быть миллионером, чтобы позволить себе давать витамин птичка регулярно. Не ругай, почему вы орете?
вот мы выходим, купается в траве. Ой, спрятался цыпленок, не видно в траве, да? А где же наша маленькая цыпочка? Вот так. А еще, знаете, вот только почистил полчаса. Полчаса я провел с друзьями максимум. Видно, что я у них убрал полчаса назад. Не очень. Не очень. Тут тоже. Подстелил, кинул ему немножко травы. Они все уже прям склевали. Вон одни пеньки пооставались. Справились, молодцы. Гуси нагадили. Забежали. Цыпочки. Наверное, можно, конечно, уже и убрать. Они уже не грызутся. Стали хорошенькие. Вот. Хорошенькие, кругленькие. Как вам их показать? Все, никто не кусается. Кто писал, что мы с этим не справимся, а мы справились. Все хорошенькие, все ровненькие. А перо такое рыженькое пока на них и осталось. Но не кусаются. Не могу сказать, что будут ли они кусаться в дальнейшем. Это непонятно. Но, ой, сейчас могу точно вам сказать, что сейчас не кусаются. Водички поставил. Сейчас они все повыбегают пить водичку, потому что пустая баночка, значит, хотели. Все, абсолютно у всех ранки позаживали и больше ничего не клюют. Аппетит у них хороший, песка на сегодня еще хватит, завтра можно поубирать и тоже им свеженького сена настелить. Кто не помнит или не слышал или не знает, это яйцо из посылки, здесь от крупных кур. Я не знаю, что здесь, но это поместные куры большие. Вот эта курица, это с Германии. И вот это с Германии. И рябенькая там одна есть, а черненькая пропала. Черненькая цыпка пропала из Германии. Ну, как есть. А это все остальное наше, украинское, но тоже есть посылки. Как бы здесь две посылки. Вот так. Где мой маленький цыпленок? Как вам показать? Там вроде никого нету. Где мой маленький бинтамочный цыпленочек? Не видно. Не видно и не ясно. Короче, не знаю. Ну а так все хорошо пообрастали. Ни у на ком ранок не видно, кроме как на хвостиках. Вот мой бинтамочный цыпленочек, вот он. Был рябенький и был черненький. Черненький по непонятной причине позавчера пропал. Этот хороший, скорее всего, курочка. Я ее посажу, вон, видите, у нее это кабельная стяжка на ножке, и у этой тоже. И вот у этой тоже. Вот так, это три цыпленка. Хорошенькие. Заросли, едят хорошо. Зоб, смотрите, какой полный. Вот немножечко еще как бы не наросло то, что выклевали здесь. Но уже растет. Бройлерный комбикорм у меня почти закончился. Там осталась рамулечка. Немножко сюда кормовых дрожжей. И немножко кальция. И все. Нужно еще купить мешочек бройлерного. Пусть это... Пусть едят. Все, ухожу от них. Свет у них тоже выключаю, чтобы не провоцировать их клеваться. Потому что при свете будут спать. Вот так. Здесь немножко один такой, как сказать, с облипшим пометом сзади. И один вот этот бздюшечка и не поправляется, и не пропадает.
Им тоже нужно дать водички. Сейчас. Молодежь спать улеглась. На чистеньком, потому что холодно. Холодно деткам, да? Так, где мне взять воды? Даже Саймон где-то уже спит. Он на ночь не сидит здесь, а где-то там за дверью в загашнике где-то спит. Ну, короче, вот так. Водички цыплятам и корма. Кушаете. На. Ну какая мамулечка. Ой. Дальше. Вот так. Потом вот это все позаметаю завтра. Уберу пеленку. Это все отдам курам. Они переберут. Ничего не пропадет. Не переживайте. Так что все будет хорошо. Курочка хорошо нянчит. Никто сегодня не пропал. Все живенькие, здоровенькие. У всех все хорошо. Эти тоже. Порядке. Знаете, если так подумать, у меня 11 белых перепелов. То есть, если их изолировать, ну, в той клетке, вот в этой, сюда посадить самочек одних, ну, как бы и самцов, то можно себе навыводить белых очень много. Это будет инбридинг, но не всегда инбридинг прям приводит к самому плохому. В перепелином деле это не будет сильно страшно, но это так, просто разговор вслух. А так, на самом деле 11 вроде, или 12 даже перепелов, если не больше. Вот тут 5, вот там 3 самца, это не ясно, кто эти курочки. И там еще, наверное, штук 7, даже, наверное, больше, чем 11. Вот эта большая, это точно курочка, я одну проверяла. Она уже большая, если бы это был самец, он бы уже кукарекал. А он не кукарекает, а те поменьше. Вот так. Сегодня с утра нашел вот такое яйцо. Тут вот такое вот, ну, змеиное, раздавленное. И вот сколько снесли, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. И вот 6. Короче, умнички. Количество. Боже, какие противные. Светлане Николаевне говорю, завтра будете щипать? Он говорит, посмотрим. Посмотрим. Нужно их убирать, потому что это какой-то ужас. Саймон, ты пришел? Вот, смотрите, 6 штучек. 6 штучек. А то получается 7. Ой. Да? Ну да. Короче, 7 яиц сегодня. Оп. Ой. Залазь. Молодец. Мелкие, конечно, прям разница. Разница колоссальная. Девочки, подвиньтесь. Ну я пройду, не плачь. Не плачь, просто пропусти меня. Давай, толстушечка. Колоссальная разница, расклевали яйцо. Видите? Скорее всего, тут тоже какая-то молодая занеслась. Ну, вот так. Получается, тут раз, два, три, четыре. Нет, не выходи, нет. Нет. Нет, манка. Нет. Нет, манка.
Я не закрывал, не выходи. Тут 3, 6, 9. А вот расклевали. Это нужно отдать. На! На! Яйцо на. На. Бери. На. На. Яичко. На. О. А, все вылило. Вот это еще мне. Едоки. Овсяночка. Рот драный. Все яйцо вылило. Знаете, жду прям. Жду, когда будет по 50 штук в день. Я не знаю, что будем делать. Будем есть каждый день. Написали, что нужно сырыми. Я не пью сырые яйца. Те, кто любит сырые яйца, я вам рекомендую пить перепелиное яйцо. Перепелиное яйцо не может быть переносчиком сальмонеллы, потому что у перепелов чересчур высокая температура. Поэтому, если вы пьете куриные яйца, то я вам рекомендую бросить их пить и пить перепелиное. Это лучше, я вам даже больше скажу, спортсмены едят перепелиные яйца со скорлупой, моют и просто жуют. Вот так. Ну чё ты плачешь? Чё ты плачешь? Я ж тебя покормил. Я ж не буду тебя круглосуточно кормить, ты будешь как жирная Пеппа. Маленькая свинота. Все, уже освоился, ходит где хочет, да? Красавчик. Утят я заглядывал, пока нету, поэтому будем к ним идти утром. Что уже выведут, то вы... Ой! То выведут, а сейчас пошли в инкубатор. Вот так. Эти не вылупились ничего, и там они не шевелятся. Но как есть, этих я забираю. Этот весь такой залипший цыпленочек, но он шустренький. То есть он оботрется там со всеми. А у этого вот желточный мешочек был не убран. И он, ой-ой-ой, и он лопнул и засох. Ну, я сейчас его... Кыш! Ты же сюда приперся, выходи! Выходи! Точно в инкубаторе тебе сидеть не надо. Вот так. Нельзя. Пошли. Кс-кс-кс-кс. Уходим. Пошли. Чё ты приперся сюда? Все. Вот так, ребят. У меня сейчас разрядится телефон. Я не подготовился к походу в сарай. Вот так. Вот этот цыпленок, у которого желточный мешок не убрался, видите, он лопнул и вот так засох. Так его оставлять не стоит. Вот так хотя бы сделаю. Он сухой, он отсох. Я его просто подрезал, уменьшил. Как он будет, выживет он или нет, но он такой очень уставший, замученный. Как что будет, я не знаю. Получается, что 22 цыпленка. Тот, который второй беленький, который я тоже только что принес, тот в норме. То есть этот все в порядке. Просто такой, как бы в слизи, весь в слизи был, поэтому он такой облипший. Он распушится, то есть со временем он распушится, и все будет нормально. Там, знаете, можно его размочить, все отмывать, но он сам распушится. Все остальные в порядке на данном этапе, как есть, так пусть и будет. Ну, вот такие вот дела. Ладно, друзья, буду заканчивать. Саймон от меня что-то еще ждет. Без вспышки, конечно, плохо видно. Но как есть, да? Ты, черный красавчик. Перепелки прыгают, там бьются. Ладно, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи.
И всем пока-пока. Говори, Саймон, пока. Говори, пока. Все, те начали валенки орать. Все. Завтра буду тут порядки наводить, потому что все сегодня загадилось. Все, ребятки, спокойной ночи. Пока-пока.